Молитва о доме, который терпит наваждение от злых духов. Господи Боже, спасение нашего, Сыне Бога живаго, на херувимех носимый, превыше сей всякого начала и власти, и силы, и господства, Ты еси велий и страшный над всеми сущими окрест Тебе, Ты еси сотворивый землю в крепости Твоей, и исправивый вселенную в премудрости Твоей, трясы поднебесную от оснований, столпы же ея неподвижны, глаголей солнцу и не воссияет, звезды же запечатлеей, запрещая морю и иссушая е, его же ярость тает начало и власти, и камень сотрошися от Тебе, врата медная стерл еси, и верии железные сломил еси, крепкого связал еси, и сосуды его раздрал еси, мучителя крестом Твоим низложил еси, и змея удицу его человечне Твоего привлекл еси, и узами мрака в Тартаре посадив, связал еси. Сам убо Господи, отжени и в бегство притвори всякое дьявольское действо, и всякое сатанинское нахождение, всякий навет сопротивные и належащие силы от крова сего, и от одержимых от него, и от обходящих под ним. Вся сущая в дому всем сохрани, избавляя их от страха ночного, и стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от сряща и демона полуденного, яко ты си, Боже, утверждение мое, крепкий обладатель, князь мира, отец будущего века, и царство Твое царство вечное, и Тебе единого есть царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.